Приветствую вас, и, к сожалению, форма вашего вопроса больше подходит для эзотерики. Только они ответят вам на основе той информации, которую вы предоставили. Психологи используют научные методы познания в своей работе, такие как синтез, анализ и так далее. И для специалистов той профессии, в раздел, в который вы задали вопрос, мы предоставили, к сожалению, очень мало информации. На основании ее нельзя ответить на ваши вопросы. Поэтому либо дополните свой вопрос более подробной информацией, это можно сделать. Либо перенесите свой вопрос в раздел эзотерики. Там вам на него ответят. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго.